Юные художники переехали из тесных помещений в собственное здание в 1996-м. Ранее здесь располагался детский сад «Рябинка», который построили 54 года назад. С тех пор, как это часто бывает, капитального ремонта здания не знала никогда. Создать для детей достойные условия помог национальный проект «Культура». Рабочие начали ремонт в марте этого года, и сегодня он близок к завершению. Полностью заменены канализация, электропроводка, освещение, пожарная сигнализация. Обновлен фасад здания. И теперь его украшает мурал с изображением Давида Микеланджело и атрибутики художников. Во время своего визита в Нефтекамск зампред башкирского парламента Рустем Ахмадинуров оценил результаты. А педагоги рассказали, что для развития юных талантов отжившие свой век мебели мольберты уже подходят мало. Здесь мы постараемся рассмотреть возможность или привлечения спонсорских внебюджетных каких-то источников, ну или потом дальше уже будем смотреть по дальнейшему включению в республиканский бюджет. Это все-таки нацпроект, и хотелось бы, чтобы объект после того, как после нацпроекта, ну, люди почувствовали, что здесь все-таки прошел ремонт, а не то, что они сидят на старой мебели.